Да, Геннадий Андреевич, здравствуйте. Да. Алло. Алло. Да, Алло. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Геннадий Андреевич сейчас рядом находится. Это Локоть Анатолий, Валентин, ты? А, здравствуйте, Анатолий Евгеньевич, здравствуйте. Да, я сейчас ему трубку передам. Да. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Откровенно вам скажу, я насмотрелся там на все. Вообще, у нас Единая Россия в этом плане занимает абсолютно неконструктивную позицию. Я скажу, и в международных делах они ведут себя неграмотно. Мы не сильные, самостоятельные, абсолютно не нужны. Это да. Алло. Ну, что делать, понимаете? Присмотритесь внимательно. Вы, ребята, опытные, знающие. Присмотритесь. Считаю, что прекрасный народ, трудолюбивый, симпатичный, и все остальное. У вас квалифицированных людей. Я дружу с многими крупными политиками. Хорошо знаю нового руководителя. Одновременно отставить свои интересы. Ну, присмотритесь, вот. Я вот внимательно смотрел, и как он выступал, и как он мыслит. И, в принципе, присмотритесь. Присмотритесь внимательно. Геннадий Андреевич, связь прерывается, плохо слышно. Я вас слушаю. Алло, алло, это Анатолий. Валентин, сейчас, да, Геннадий Андреевич сейчас только что отошел, вот мы встречались, просил набрать. Хотел, вот он мне поручил спросить, как у вас дела сейчас, как обстановка идет.